тоже вот кошечка с котятками у нас. Ой, испугались, не бойтесь. Ну, смотри, какие смешные. Вот, красивые. Вон они маленькие, ну около какой-то мусорки бедные сидят. Ой, попрятались сразу. Попрятались. Ты видела? Это как у нас котятки, только они на улице эти живут. Да. Побольше. Ку-ку, кисенька. Вот это да, встретили кошку с котятами. Нет, такая киса у нас не была. Это не наша, это местная. Она здесь живет во дворе. Пойдем, зайка. Не знаю, чья-то кошка. Может быть, не чья. Может, она в этом дворе просто живет. Помаши. Помаши ей пока-пока. Будем учиться преодолевать свой страх. Алис боится высоты. Стекло. Стекло это, вернее, не высоты, а пустоты за стеклом. Нет, не туда. Хочет уже спрятаться. Там закрыто нельзя. Служебный вход. Пошли, мы смотрим панораму. Вот здесь от этой гостиницы такая красивая панорама. Но она не увидит, мы сейчас подойдем. Нет, мы пойдем в другое место, где он. Да. Вот там покажем ей. Эй, вот. Тут видишь, пустоты нет, она не боится, вот где не стеклянная. Ну да. Смотри, как там красиво. Вау, нет, лазить не надо, все видно. И так все видно, куда ты полезла. Вот там такая панорама, хай. Кораблики, видишь, как красиво. Встаньте сюда, я вас фотографирую вот на фоне панорамы. Вот сюда встаньте, давайте. Спиной к стеклышку, не бойся. Это стекло. Трусишка, садись вот сюда, на бордюрчик. Садись сюда вместе с... Алис! Ой, это обманывает, она не боится. Ах ты! Вот как жушка. Хитруша. Садись, смотри. Это не опасно. Смотри, это же стекло. Оно очень крепкое. Оно не разобьется. Смотри, это хорошее, крепкое. Потрогай. Ты видишь, оно не ломается. Садись на ступенечку. Я понимаю. И поползла. Ой, какая смешная. Все, не надо, Жюстин. Если боится, не надо. Ладно, пойдем дальше. Ой, смешно. Тут красиво, конечно. Ну, не так уж и высоко, но вон там высоко и красиво. Все сделано на стене. По третьему разу. Шалтай-болтай. Смотри, красиво здесь тоже. Видишь? Все, не боишься уже так? Ну вот, молодец. Смотри на меня. Ну посмотри на меня, зай. Давайте вместе тоже. И вместе. Смотрите сюда, девочки. Ку-ку. Ку-ку, Алис. Алис, ну посмотри сюда тоже. И Жюстин, посмотри. Ой, красивые цветочки, да? Да. Пойдем. Ой, как красиво в темноте. Смотри, сколько огонечков. Это тебе. Посмотри, боишься подходить? Смотри, вон там далеко. Видишь, как красиво? Нет, тут стекло. Нет, здесь стекла нет, но здесь прутики есть, ты никак не упадешь, не бойся. Посмотри, какие красивые. Сидеть вот здесь. Сидеть вот здесь, ну зачем? Пойдем там посидим, там еще столбик. Пойдем. Но красиво так. Красиво, Алис? Огонечки, смотри, как много. Дядя,
Не-не-не. Ланти-ланти-ланти. Бали-бали-хай. Нет, прыгать не надо. Посмотри, как светится красивый голубенький фонтанчик. Видишь? Темно уже. Да, это пушка. Это памятник или настоящее? Памятник. Какой-то памятник. Написано все на иврите, непонятно какой. В общем, памятник чему-то. Может, здесь что-то по-английски написано? Давай по-английски. Где? Вот, Вильгельм II. И что-то еще. Августа, Виктория. А, здесь посетил это место Вильгельм II, король Германии. Ты видишь, Алис, здесь был король Германии, Вильгельм II. И ты теперь здесь гуляешь. Кто? Канцлер? Кайзер. Кайзер, я не знаю, это кто. В общем, Кайзер. Ладно, уже везде. Да, сейчас как шалтай-болтай свалишься со стены. Алис, давай, пойдем, скажи всем пока. Эй, сейчас ты правда свалишься, шалтай-болтай. Шалтай-болтай. Сидел на стене, шалтай, тащали уже по стене. Бум! Вот так. Залился во сне. А ты королевская рать. Алис, пойдем попробуем кошечек этих покормить. На, кисуля. Смотри, мы вам принесли покушать. На, моя хорошая, на. Держи-ка. Иди сюда, посмотри, она кушает. И ты, котеночек, иди тоже. Мы видели этих кошечек. Иди сюда, маленький. Иди сюда, маленький, я хочу тебя погладить. Ну, кошечка их накормит, смотри. Она сейчас сама покушает. Погладить он не даст, он боится. Видишь, какая она голодная, бедная. Мы тебе еще принесем. Вот она кушает. Котенка, Алис, ты его не поймай. Ой, вот он убегает, смотри, он боится. Вон они, два маленьких. Алис, ты отойди в сторонку, и они тогда выйдут. Они боятся тебя. Посиди, не пугай их, смотри. Иди сюда. Они сидят, смотрят. Эту кошечку мы вчера видели здесь с котятами, когда проходили. И вот мы сегодня ей покушать принесли. О! Ну да, помнишь, она вчера здесь сидела, кормила котяток своих. Вон они, два хорошенькие, смотри, какие сидят вон там. Давай, кушай, я бедненькая, хочу кушай. Их погладить. Мы ее косточку принесли, курочку. И это, то, что да, но нужно ей купить еще специально. Мой сядик, погладить они тебе себя не дадут, они испугаются. Но я попробую их чуть-чуть поближе снять. Только надо очень медленно подходить, чтобы они не боялись. Вот они какие хорошенькие. Тебя не боятся, Алис. Ой, сюсенький такой, смотри. Смотри, какой хорошенький. Вон, видишь, маленький, а второй убежал. Боятся, бедные. Алис, он убежит, он не даст погладить. А вон второй выходит, смотри, вон, из-под дерева. Смотри, вон он. Вон он там прячется. Вот они спрятались, хорошенькие. Запрятались за какими-то баллонами. Ладно, пока, кисы. Алис, помаши им пока-пока, кошечкам. Мы потом принесем им еще покушать. А сейчас нам нужно идти. Помаши пока, котятам. Пока-пока. Пока, котята. И кошечки помаши. Пойдем, зая. Кошечки помаши, осторожно. Мама, мама, еще Аня. Еще одна. Ой, она придет покушать. Помаши вот этой. Помаши вот этой. Пока-пока, кошечка. Пока-пока.